Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество за Шотландию проходить Sidmer Civilization 6 со случайными деревьями технологий социальных политик. Большая карта континента, огромная точнее, 15, по идее, должно быть цивилизации. Вот троих я уже встретил, у меня, ну, проблемный старт, прямо скажем. Напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо вам, мои дороженькие, за поддержку. Как мне тут мемчики делают, их патрициями называют. Такие жеужики-патриции. А всех остальных вот раз в день выпускаю, и проблемки у меня есть. Конечно, вряд ли я ускорю политическую философию, потому что тут фиг пройдешь куда-нибудь еще к городам-государствам. Надо бы построить, конечно, триремы, поплавать, но это, видимо, все-таки через три хода, когда тут все откроется. Я все боюсь, когда мне война начнет со мной, но никто не начинает, как ни странно. Я, в принципе, уже к ней готов, я везде стены построил. В тех городах, которые были мне. Может мне выпустить этого? Я просто думаю, тут можно пройти или нет. А судя по тому, что он тут стоит, то ему нельзя туда пройти, так что не буду выпускать. Сам постою. Я сам пройти не могу. Ну, Таруга. Таруга, кстати. Да, засюзеренил уже Австралия Таругу. Плохие отношения с этими. Так, ну опять дружба, он не хочет объявлять. Плохие отношения. Ну это из-за того, что, смотрите, 768 и 782 силы. Вот. И это при том, что у них практически нет ресурсов. Вот есть лошади только у Горга. То это, скорее всего, начальные, то есть там лучники, дуболомы, коляски. Вся их сила в этом. Ладно, давайте до гавани три хода. Что нам тут? Может еще колесниц построить? Ну, у меня же тут стоит на колеснице именно, да, на кавалерию. То есть, в принципе, паркуа не па. Кампус, кстати, дайте посмотрим, будет ли... Есть ли тут где-нибудь... Да, есть плюс 3 кампуса, отлично. Только мне вот эти тогда леса нельзя вырубать. Надо об этом помнить. Значит, тут у нас кампус нормально становится. Тут кампус плюс 3, вот это, к сожалению, надо будет убрать. Да, давайте тут кампус на плюс 3. Ну вот здесь. Здесь бы, конечно, выкупить, потому что тут на плюс 5, но у меня денег нету. Ну, ладно, тут будет. Тут можно будет нормальный кампус поставить. Тут вообще не риф случайно. А, тут риф вот на плюс 3. Тут на плюс 4 вообще. Так что давайте я. Пока сюда. А так и тут на плюс 4. Так тут вообще класс. Вот кампус на плюс 4. Да. Зашибись-ка. Так, давайте подумаем по поводу... Так, тут акведук нигде не строится. Тут тоже нигде не строится. Тут акведук можно сюда. Ну тогда у меня плюс 3 кампус уйдет. А, ну тут рядом... тут можно было где-то тут акведук сделать. Что насчет правительственной площади? Ну, получается, только вот тут, если как-то делать. То есть вот сюда правительственную площадь. Но, блин, проблема, что эта пойма, она разливаться будет. И я здесь дамбу только тут могу поставить. Блин, ладно. Ладно, все еще думаем. Так, здесь давайте амбар. Потому что медленно растет. Амбар, потом можно строителя. И вот тут на кампус уже... планировать. Так, и что у нас? Ага, мечников я не вижу, где они могут быть. Так что мне поэтому и надо... Блин, у меня железа нету. Вот проблема, что я строю коляски, которые я потом не смогу апнуть в рыцари из-за отсутствия железа. Мне поэтому всадников и надо было бы открыть. Но пока для начала коляски, потому что они самые сильные для меня. Пока юнит сейчас... Ух ты, за один ход построились. А чё так? А чё так быстро? mm-hmm.
Так, этот шел у нас тут мед обрабатывать. А этот, наверное, в Калин поедет. Ну что, давайте тут амбар, очевидно. Мне просто больше уже юнитов даже не надо. То есть с тем, что у меня есть, я просто не берусь. Конечно, живой человек с такой силой, наверное, бы взял, но это ж компьютер, вы понимаете. Он придет, это все сольет. Я, конечно, дико отстаю по развитию, но я думаю, сейчас я это наверстаю. Так, счастье. Ну, опять, к сожалению, ушел бонус Шотландии. И торговать не с кем и нечем. Так, следующим ходом мы гавани начнем строить. Вот, кстати, что мне важнее, гавань построить или... Наверное, гавани все-таки. Я сюда поставлю на плюс 100% к строительству кораблей. Можно жить с такой кучей. Ну, да потому что ты, блин, настроил армию в 900 силы и продолжаешь строить. Опять меня Менелик второй раз меня осуждает. Ты мне хоть войну бы объявил, что ли? Осуждать любой может. Так, ну... Опыт мне, наверное, пока не нужен. Ой, автократию, блин. Что я взял? Я не автократию хотел. Да. Наверное, опять же... Да не поселенцев. Чудес. Но я сейчас буду строить. Так, а коммерческий район тоже не открыт, да? Ну, тогда гавань открыть, а деньги буду открывать. Значит, здесь мне. Здесь я буду строить, наверное, рабочего, поэтому. Давайте, содержание юнитов и 50% строителям. Так, теперь здесь гавань сюда. Здесь гавань сюда. И в Роксбурге строителя. Калини я построил. Монумент. Давайте, наверное, тоже строителя. Я не думаю, что здесь прям нужна уже стена. Хотя, конечно, это у меня слабое место сейчас. Но я очень удивлюсь, если Эфиоп полезет именно на этот город. Так, через два хода эта клетка. Ну вот видите, чем хорош интерфейс, пишет через сколько ходов, видно через сколько ходов клетки. Вот тут через один ход, тут через два эта клетка, тут через два, через четыре вот это. А вот эту, может быть, мне выкупить. Это тоже важное, ракет стоит. Дороговато. Так, ну откроем мистицизм. Я поменяю на античную республику. Я как-то случайно промахнулся по автократии. I like to say I practice militant mysticism. I'm absolutely sure of some things that I don't quite know. Так, создание строителей, плюс 2 влияния. Блин, а сколько строится у нас гавань? 4? Какой строитель, блин? Тут гавань 7.
Производство. Так, золото от караванов уменьшает. Может уменьшить стоимость покупки клеток? Чудеса я не буду, поселенцев не буду. Это все тоже нафиг надо. Это я еще могу поменять. Давайте вот уменьшим стоимость покупки клеток. Очень хочу эту клетку выкупить. Я бы еще и эту выкупил. Сколько она? 48. Остальные как-то не очень меня беспокоят. Так, один посол пока никуда. Великого писателя камп. А как, кстати, что дает? Атаки антикавалерийских юнитов. Юнитов ближнего наносят полный урон. Ну, вообще интересно, конечно. Например, если я буду нападать на Эфиопию, а я, скорее всего, именно на нее буду нападать. Потому что с Горговой... О, что-то тут уже накапливается. Так. Что-то мне это не нравится. Как бы нам так встать? Давайте, наверное, так, так и так. Ну что, Виктора в Абердин, наверное, пересадим. Что-то мне кажется, сейчас Спарта нападет. Если еще от Эфиопии я могу не, скорее всего. Ну, знаете, тут у каждой нации есть определенные модели поведения. Вот, несомненно... Спарта должна быть более воинственной, чем Эфиопия. Так, мистицизм я открыл. На античную республику поменял. И... Что нам дальше? Оборонительная тактика. Ну, вот, кстати, я бы эту начал открывать, если меня объявят войну. Тут есть карточки хорошие поставить. Так. 1-3. Ну, в принципе, да, давай так. Да, уберу замочек, он сам нормально распределяет. Так, тут в рост. Рост производства, норм. 2 хода, 5 ходов. Здесь тоже рост. Я, правда, видите, убираю с денег, но вырастет, будут деньги обрабатывать. Ранту 4. Ну, видите, тут амбар не особо помог. Ладно. А в сконе что? Кони, в сконе рост. Норм. Ладно. Да, как я? Прям прочекал. Так, ну мне, скорее всего, бьют этого скаута. Мне надо вот этого дуболома завалить. Уже он не убивается, блин. Он уже не выйдет просто отсюда, поэтому освобождаю место. Так. Наверное, потеряю ход, если сюда встану. Блин, тяжелое поражение, а чё так? Он еще и в бароне. Ладно, тогда мы... Странно, что коляски имеют бонус к укреплению. Не, ну от речной понятно, от укрепленной обороны это что-то новенькое. Но мне не должны вроде эту коляску. Блин, поздно Виктора пересадил.
Мне кажется, они будут скаута пытаться завалить. Так, ладно, пока никуда не отправлю. Аккад, конечно, могу перекупить, но я не думаю, что Аккад будет сильно участвовать. А, не могу, я у него там 6. Да, мне бы быстрее оборонительную тактику открыть, конечно. Тут, видите, плюс 6 к обороноспособности города и плюс 5 к дальнобойной атаке. Это очень круто. Ну и Виктора смогу прокачать. Что я смогу ему взять? Дополнительную дальнобойную атаку за ход. И подготовленные в этом городе военные юниты сразу получают бесплатное повышение. Нормально. Я думаю, минус скаут. Ну, вот война компьютера, короче. Это какой-то... Он какую-то фигню делает. Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants. Так. Торговать никто не желает. Слушайте, а правильно я делаю, что гавани строю? Он же может грабить их, скорее всего. Так, отлично. Тут я убиваю его так. От дальнобойных, от укрепленных. Блин, что ни то, ни другое особо не помогает. Давайте от дальнобойных все-таки возьму. Так. Даже не знаю, кого атаковать. Лучше, наверное, всадников. У него больше сила. Так, а тут обходим с флангов. Так, этим я хотел убрать вот тут деревья. Что мы дальше строим тут? Ну, кампус, да, еще центр коммерции бы еще. Так, а центр коммерции, похоже... Похоже, вот тут надо ставить. Сначала мы, наверное, кампус тут построим. Да, но что мне сейчас строить? О, Занзибар встретил. Ну, это за сюзерена Лагорга, ну и фиг с ним. Так, тут стоим. Добиваем. Скачем. Так, ну надо уже всадников открыть, конечно. Мечники бы не помешали, но... Всадники 5 ходов... Оборонительную тактику точно тут поменяю. Вот это скидку, наверное, и со строителей уберу. Блин, мне там надо и на... Блин, придется олигархию брать. То есть я уже все возьму, все три. Так, все, тут выросли. Гавань. Ну, тут так уже убрано. Даже в Роксбурге строить. Ну, наверное... Наверное, еще юнитов. Только в этот раз лучников, наверное. Я думаю, что надо... Блин, я боюсь, что она будет мегавани грабить. Так. Слушай, у меня какой-то этот... Конечно, скаут Рэмбо. Normal people believe that... Все, сел. Виктор. Давайте попробуем спасти скаута. Этих мы апнем. Этот ускакал.
Даже камень не разграбил. Надо все на то. Ну, эти, ей тяжело тут нападать, несомненно. Тяжелое место. Может, все-таки сначала галеру давайте, потом гавань дострою. Ну, а тут просто галеру по той простой причине, что я гавань не могу строить, так как стоит галера греческая там. Ну, давайте, наверное, сначала пшеницу, потом рыбу обработаю. Я гавань неправильно поставил, блин. Восемьсот против 211. Пиздец. Так, что там у меня Виктор делает? Он же плюс 5 дает, да? На территории города плюс 5. Другие ваши города плюс 4 к лояльности. Это норм. И городского гарнизона плюс 5. То есть, по идее, здесь лучник вообще плюс 10 имеет, да? Нет, что-то только плюс 5. Не складываются, что ли, да? Боевая мощь гор нет. Смотрите. Не, подождите. Сколько вообще лучники сами по себе? 25. Почему он имеет... Почему лучник имеет только плюс 5 и то от своего повышения? Может, он пока не работает? Да, ну, походу... Не знаю, а почему оно не работает, если Виктор сидит? Уже на территории города это все. Странно. Так, ну тут что центр коммерции, что гавань. Ну, видимо, гавань надо, потому что центр коммерции вообще без соседства будет. Или стены тут построить. На всякий пожарный. Потому что если еще Эфиопия, давайте стены на всякий пожарный. Просто на всякий случай. Ой. А катапульта-то больно? Ну, мне, видимо, катапульту надо атаковать. Ну вот, да, плюс 5 гарнизон. Блин, я сейчас не посмотрел, может, она просто не показывает, когда уже юниты походили. Тут-то вот добавляет плюс 5 гарнизон. Еще и атака с фланга. Ну, я постою, я не думаю, что сейчас он может тут по стене что-то ударить. Пустая. Мы иначе с этим 15-14 против 44-48, вот это вот все. Это ж невозможно. Что ж он не хочет дружить со мной? Вдруг там, может, Грец еще с кем-нибудь повоюет? А то как-то не очень приятно. О, куда делся этот? Он, наверное, открыл возможность плавать. Да, вот он плывет.
Поведу лучника на тот фронт. Так, доделаю гавань. А, потому что хочу галеры под карточкой все-таки сделать. Хоть какое-то... Какая-то экономия ресурсов. Интересно, как он вылечил эту. Ну, нормально. Я сейчас прокачаю... Виктора. Соответственно, два раза смогу атаковать. Так, я хочу посмотреть, все-таки работает. Не, смотрите. А, он же только на рукопашных. Подождите. Нет, городского гарнизона. Может, это то, что влияет на город? Обороняющиеся юниты получают плюс 5. Да, только в защите. Ну, тоже нормально. Так, ладно, в любом случае я тут могу сейчас два раза стрельнуть. Все, минус катапульта. Есть гавань. Тут мы ставим... Вообще сменяем теперь на олигархию. Во-первых, еще и плюс 20% к опыту. Ставим плюс 100 морских юнитов. И бастион. Блин, мне надо сначала это поставить, а потом... Да. Ладно. Просто к производству. А потом стрелять городом. Да, не построил бы я вначале армию. Сидел бы, куковал. Ну, наверное, военную подготовку. Блин, наемников бы хотел. Наемники надо эти две, да? Блин. Тяжело. Опять тяжело. Какая-то вон коляски Эфиопии что-то подъезжают. Не, ну это не берет. Вот этой армии точно не берется, этими юнитами я имею в виду. Сейчас она тут еще город бахнет. Блин, античность уже заканчивается. Я вообще в темный век сейчас упаду. Все, иди нафиг отсюда. Так. Мы, наверное, эту фигню добьем. Отличненько. Проатакую. Че он тут стоит? Ну, тут, конечно, так себе война у Спарты. Просто напала, потому что у нее куча армии. Но я отстаю очень сильно. И она все клепает и клепает. Вот Австралия почему-то армию не клепает, а... Австралия уже 90 науки. 50-й ход 90 науки. Класс.
Красавелла. На всякий случай сюда встану. Блин, мне бы всадников на самом деле еще построить. Схожу, посмотрю, что там наконец. Верховая езда. Математика. Давайте судостроение. Я сейчас ускорю его через два хода. Ох, вы гады. Мою колясочку тут атакуют. Темные века наступили. Там они вообще уже 50-й ход, они уже в другой эпохе. Обалдеть. Так, тут мы берем от дальнобойных атак. Тут мы берем от поврежденных юнитов. Тут мы плюс 7. Тут мы подплываем. То есть он не сможет какими-то морскими юнитами проплыть из-за зоны контроля. Я имею в виду Грецию. Так, кого мы хотим убить? Ага, сюда. Подождите. Ага, стреляет. Хорошо, и этот сюда стреляет. Я, наверное, хочу этого убивать. Так. Итак. Повышение заработали. Подходим дальше. И у нас еще один выстрел. Ну, за всадника давайте. Как самого болючего. Как думаете, какой шанс, что Эфиопия решит напасть? У нас тут золото. Так я же уже поставил 100. У меня опять вылазит уведомление. Следующим ходом как раз заменю это все дело. Какой-нибудь изоляционизм поставлю. И все равно тут больше городов не построить. Мечники. Ну, мечники, ладно, это... Я поставлю 100% к этому. К всадникам. Мечники это как всадники. Только ходят медленнее. Какие у нас дополнительные... Ну, давайте цитрусовые. Так, у меня, смотрю, темный век ни на какие города не влияет, слава богу. Цитрусовые. Стоимость производства и приобретения. Ну, мне бы, конечно, снизить за производство, но я боюсь, что комп так не проголосует. Он обычно какую-нибудь фигню предлагает. Не, снижено за производство, отлично. Я сейчас всадников наделаю. Видите, галера с прокачкой, потому что построена там, где Виктор. Так, военная подготовка завершена. Судостроение сейчас откроем. Надо гавань доделать. Значит, ставим плюс 100% для... Ой, плюс 50 для кавалерии древнего мира. Бастионы я оставлю. Пока. Да.
Сколько всадники строятся? За один ход. Давайте мы, наверное, одного всадника построим. Это усилит город. Так, кого мы убьем? Мы убьем вот этого коня. Ну просто у меня пока сила города определяется тяжелой колесницей 28. И плюс 5, я так понимаю, от Виктора. А когда построю всадника, будет 36. Ну, кстати, чтобы вы видели, в мечнике тоже 36. То есть мне нужен этот всадник, чтобы просто города не брались. Тут одного. Так, что я в колени стены построил? Давай гавань. О, так я сейчас даже дострою его сразу. А нет, не хватило немножко. Так, а что тут Эфиоп? Кстати, Эфиоп, если разнесет на меня свою религию, то мы с ним подружимся. Кто там позволяет расходовать веру на обучение монахов? Воинов? Какую ты хрень взял, Эфиоп? Что это за говнина? Эфиоп? Ну да, только рядом у меня тут только Эфиоп. Почему австралиец не хочет дружить, я не понимаю. Так хорошо ко мне относится, но дружить не хочет. Наверное, когда он сам отправит ко мне делегацию, тогда... Так. Стоять здесь или... Ну, тут как бы больше нечего обрабатывать в этом городе. То есть, а тут у нас кампус намечается. Ладно, постоим пока. А есть мне вообще что обработать? Вот пшеницу... Ладно, нет, надо плыть, пообрабатывать пшеницу и вот эти цитрусовые. Тут вон у меня еще один заряд есть, а лучше этим пойду туда, постою. Так, а этот лучник пока тут ничего не делает. Стоять пока. Так, у нас три посла. Ну, бессмысленно их куда-либо отправлять, они ничего не дадут мне. Да, мы дальше пойдем. Драма и поэзия, исторические хроники для кампуса. Ну, вообще можно было бы, но пока мне отбиваться надо. А с другой стороны, вот тут открыть тоже хотелось бы. Ладно, пошли сюда пока. Ну, больно, конечно, всадниками проатаковал, но сейчас у меня появится всадник. Я, кстати, может сейчас... О, 50. 50. Просто. Это уже... Даже арбалетами, наверное, не возьмется. Ой, там катапульта будет больно бить по кораблю. Я бы встал, пограбил там что-нибудь, но катапульта — это катапульта. Я библиотеку тут пока не буду строить, хотя мог бы, наверное... Отправить послов. Так, как бы мне тут юниты распределить? Так, вот этот скаут тут точно уже погоду не сделает. Его можно куда-нибудь отводить.
пока... Раз... Два... Я не могу атаковать лучником, пока не уберу коня этого. Давайте, наверное, сюда, потом я сюда высажусь. Коня убиваем. Теперь с этим конем разбираемся. Так. Так. Так, отлично. Блин, уже 1000 армий у Эфиопа. Что он там с ними делает, господи? Так, этот конь явно тут нужен. Просто фигачит армию. При этом наука и культура тоже без проблем. Все-таки отсутствие варваров сказывается, видите? Там реально варвары мешают иначе. А так они просто... У них хорошие отношения с соседями и все. Ну, по дереву технологии я не особо чувствую. Вот от австралийца, да, я отстаю, но у него и науки 84, понятно. О, Занзибар уничтожил. Кто, австралиец? Не, Египет. Ну вот, а у нас Египет есть. Так, тут жилья уже недостаточно. На производство переключаемся. Тут сейчас будет караванчик. Дополнительный. Там... Мир случайно никто не хочет. Нет, он вообще никак не принимает мир, да? Хорошо, а поторговать с кем-нибудь медом? Так, тут я стены починить пока не могу. Катапульта едет. Ну он настырный. Кого? Вот этого парня. Раз. Два. Три. Ой. Вот это я зря сделал. Я, блин, был уверен, что он сейчас стрельнет. Ладно, надо сюда подойти. Да, так лучше тут на холме стоять. Ну, не должны, по идее, убить этого лучника. Должен спастись. Да, елки. Да, мне кажется, не должны коляску убить вот эти двое. Хотя, может, и могут. Блин. Вот это я зря сделал. Тут он может мне больно по этой галере ударить. Один караванчик. Наверное, из Роксбурга будем в Стерлинг отправлять. Здесь маяк строим. Знаете что, давайте мы сначала строителя, потом маяк. Строитель ускорит маяк. Я вырублю вот тут. Все.
Да, лучника я немножко подставил. Ну и тут галера, видите, получила. Ататат. Да, тут нормально, эти все отошли. Поэтому стоим, лечимся. Стоим, лечимся. Стоим, защищаем кампус. Так, тут умирает... Не достреливаю до коника. Блин. Тут я минус имею из-за того, что стою на болоте, но у меня, в общем-то, нету особо других вариантов. Так, давайте мы тут сюда подойдем. У нас защищается. Отлично. Боже, у меня тут такие прокачанные юниты сейчас будут на Спарте. Так, поплыли, наверное, вот туда. Территорию исследовать. Блин, по-моему, разграбление гавани дает деньги. То есть, если я встану сюда грабить, я только деньги получу. Если бы я мог вылечиться, было бы круто, но... У него тут ничего не обработано для того, чтобы можно было вылечиться. Блин, тут катапульты проатакуют мне. Ладно, пока отойдем. У нас 4 уже. А Таруга что дает? Плюс 5 единиц науки во всех городах с каждым видом доступным стратегически. То есть у меня будет только плюс 5 от лошадей и все. У меня больше нет стратегических ресурсов. Но все равно было бы классно. Вот будет 6, в принципе, 5 послов. Я бы отправил. И мне, кстати, уже надо все-таки пингалу начинать прокачивать. У меня дикое отставание именно из-за отсутствия пингалы по науке. Так было бы у меня науки, не знаю, где-то в районе 30 и 25 культуры, наверное, было бы. Если бы я пингалу прокачивал вначале, а не Виктора. А без Виктора я бы тут не выжил. Вообще печалька. Конечно, наличие Спарты в соседях очень печалит. О, Лаутару встретил. Отлично. И где он? Это Вильгельмина. Там просто принято, видите, какой-то захват города-государства, в котором Горго участвует, Лаута... А, они вместе участвуют, поэтому... Поэтому мы их встретили. Так, ребята, у вас есть что поторговать? Ничего. Как живут? Вообще никаких ресурсов. О, вино у Голландии хотя бы отлично. Мед на вино. Блин, 4 золота вход. Ну, давайте влияние лучше дам. О. Отлично. Так. Довольство минус 4. Вы прикалываетесь? Усталость от войны. Да я вообще, по-моему, ни одного даже юнита не потерял, потому что все происходит на моей территории, понимаете? Блин, Горго, ты не хочешь замириться? То у меня тут с экономикой из-за тебя большие проблемы. Тут надо отойти, потому что он иначе будет атаковать явно. В общем, наверное, может, надо было катапульту. Так, торговец. Значит, одного сюда. Второго, наверное,
Выберди, хотя... Эти в колен. Так, что нам теперь тут строить? Кампус нормального тут нету, так? Ну чё, всадников? И Пингалу в Роксбург. Семьдесят два, 71, конечно. Все печально. Так, тут мне, наверное, стоит сюда встать. Нет, не атаковала катапульта, отлично. Блин, да что ж... Чего у него катапульты все по побережью стоят? Что это за какая-то мания? Так, я так понимаю, что тут кампуса тоже нормального нету, если не делать соседство с правительственной площадью. Ну, в принципе, мне вот этих хотя бы трех кампусов должно быть, ну, нормально. Так, исторические хроники... Может, бонус соседства для кампуса поставить? Хоть еще немножко науки. Ну, плюс 3. Так, обработку железа, очевидно, надо. А здесь... Без строительства... Может, лучше к строительству пока. Водяную мельницу где-нибудь. Ну, я могу только либо в Сконе, либо в Роксбурге. Сколько тут строится водяная мельница? 3. Давайте построим. А здесь потихоньку игры и развлечения начнем открывать. Ну, мне в наемники надо идти, на самом деле. Потому что апгрейдится, у меня денег нифига нету, я ни с кем торговать не могу, потому что все со мной в плохих отношениях. Так что пока так. Ну, ситуация не радует, вот особенно по развитию. Это просто печаль. О, сняли все-таки стену. Соберди, надо было катапульту. Ну... На этой грустной ноте я, пожалуй, закончу серию. Продолжение завтра. Спонсоры канала видят все серии сразу. Напоминаю, спасибо им за поддержку. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!